Но я тебе скажу откровенно, ты хорошо спел. Ну, для актера, конечно. Да, но, по-моему, тебе нужен помощник. Ты согласен? Да, скучно дому. Да. Попросим Наташу Ветлицкую вместе с тобой спеть. На вернисаже как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем, вы не со мною. Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекрасней ваш. Но вы вдвоем, вы не со мною. Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду. Но вы вдвоем, вы не со мною. И я себя на том ловлю, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем, вы не со мной. Ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, а вот Венеция весной. Ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле анфас, а я смотрю на вас. Смятение вы мое и грусть, мой сон, что помню наизусть. Но вы вдвоем, вы не со мною. Моей надежды ясный свет, я шел к вам столько долгих лет. Но вы вдвоем, вы не со мною. Ах, вернисаж, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж. И вы вдвоем, но не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где мы вдвоем, где вы со мной? Ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, а вот Венеция весной. Ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле анфас, а я смотрю на вас. Но вы вдвоем, но не со мною. Но вы вдвоем, вы не со мною. И вы вдвоем, но не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где вы вдвоем, где вы со мной? Ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, а вот Венеция весной. Ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле анфас, а я смотрю на вас. Красивая пара, да.